До нашої студії завітала Вікторія Безродна, організатор автопробігу «Волгознавців». Доброго ранку. Доброе утро. Існує в нашому місті клуб «Волгознавців». Вас знають абсолютно усі по вашим з'їздам. І ось 8 квітня буде черговий з'їзд автопробігу. Хотілося б про це детальніше. Да, 8 апреля цього року ми відкриваємо сезон. Тобто це буде вже літній сезон, діяти на до зимнього періоду, або вже весь зимній. Це буде проходити на Соборній площі 8 апреля в 2 часа дня. Ми приглашаємо всіх бажаючих і з автомобілями, і також просто цінителів ретро і культової техніки. Хотілося б дізнатися детальніше про ваш клуб. Взагалі, з чого виник у Миколаєві клуб волгознавців, волговодів? Наш організатор Евгений, который не смог сегодня, к сожалению, приехать, он с детства какая-то любовь у него такая была к этим машинам. Потому что смотришь на «Волгу» и что-то в ней такое есть, что-то в ней есть такое свое особенное. Это культовый, я считаю, автомобиль, будь это 21-е, 24-е, который встречался все наше детство на дорогах, который хотели наши дедушки, который был мечтой. И так зародилась идея, купили машину. И захотелось собрать что-то свое в городе, чтобы это было общение в первую очередь, чтобы сплотить людей в нашем городе. Потому что ты смотришь на одну «Волгу», она не может привлечь твое внимание. Когда ты смотришь уже на 5, 6, 10, это уже становится интересным. Это уже что-то необычное, ты начинаешь рассматривать детали. Вот так, в принципе, и появилось. Хотілося б дізнатися, скільки учасників у вашому клубі, тому що, дивлячись на фото, бачимо, що дійсно машин на ваших з'їздах, на автопробігах дуже багато. Ну, постійних учасників, які регулярно приїжджають, більше 150 машин. Тобто не у всіх не завжди виходить, бувають свої діла, бувають свої плани. Хтось старається, деякі волговоди, які без машини, приходять пішком просто на зустрічі, щоб підтримати. Тобто, ну, в середньому на зустрічах, на больших у нас від 25 машин вище. Було таке, що 50-40 збирали. Хотілося б дізнатися про автобанк у вашому клубі. Які машини є ексклюзивними і те, чим ви пишаєтесь у вашому клубі? Ну, наверное, самое основное – это ГАЗ-21 «Волга». Это у нас три красотки есть основные, которые выведены в оригинальное состояние. То есть люди очень много времени и сил потратили на это, там около 3-4 лет. Только они собирали все новые салоны, новые эксклюзивные детали, что делали на заказ. То есть 24-х «Волг» тоже очень много выведены в оригинал, 31-е. Каждая «Волга», она по-своему хороша, тут нельзя выставить какую-то одну. А ось якийсь раритет, що, ну, дуже стара машина, а вона ще їздить і може навіть поборотися за звання найкращої. Є у вас таке? Ну, вот 21-е. В області є також 21-я «Волга» кабріолет голубая, вона була у нас на дні города. И также в гаражах есть еще зилы, зимы, это предшественники 21-й еще «Волги». Вы берете активную участь в житті міста, у вас навіть є подяка. Хотілося б про це детальніше, тому що бачимо, що є подячний лист від директора автоклубу «Волговода» Ніколаїв за вагомий внесок в організацію заходів, присвячених святкуванню 227-ї річниці з дня створення міста Миколаєва від міського голови Олександра Сінкевича. Так, це в цьому році нас наградили цією грамотою, на виставку проводили другий рік під ряд на Соборной площади на День города, собирали свои машинки, чтобы показать людям просто, чтобы люди увидели, могли полюбоваться ими. Ось зараз сидить у нас у студії гарна дівчина, і вона полюбляє «Волги». Я думаю, що у наших глядачів дещо невеличкий дисонанс. Як взагалі «Волги» з'явилися у вашому житті, і чому ви їх, саме цю машину, полюбили? Ну, «Волга» у мене була ще у бабушки дуже давно, як там смотриш на фотографії, це була 21-я «Волга» біжого цвіту. Смотриш на фотографії, і воно щось таке дуже цікаве, щось красиве, воно завораживає. Но непосредственно в моей жизни появились после знакомства с организатором. Начала интересоваться, начала увлекаться. Сначала мне нравились более новые модели. Сейчас, когда уже с прошествием времени, практически 2 лет, начинаешь ценить старое. Начинаешь, когда узнаешь эти машины изнутри непосредственно, ты начинаешь любить их, ты начинаешь понимать, что, почему, как это все делается. Вот так вот как-то и появилось, хотя это очень удивительно. Многие говорят, что девушки смотрят на современные машины, что им нужны какие-то кабриолеты, какие-то новые спорткары. Ну, а меня привлекает старенькая «Волга». Клуб «Волговодів» взагалі серйозна організація, у вас є своя символіка. Ось хотілося б дізнатися, як стати учасником вашого клубу, мабуть, замало мати просто «Волгу» в своєму гаражі. Головне – мати бажання до цього.
Вы можете прийти на встречу, написать любому организатору, узнать, когда будет встреча, просто присоединиться к нашему сообществу и начать интересоваться. То есть у нас нет никаких рамок для кого-то, что мы берем, не берем. Все у нас могут быть в клубе и дети, и женщины, и мужчины в возрасте. И всем рады видеть. Главное, любить эти машины. Хотілося б тепер детальніше дізнатися про саме 8 квітня, про з'їзд Волговодів, що чекає наших телеглядачів, якою буде цікавою програма. Тому що ми, дивлячись у соцмережах, дійсно зацікавили, що там і автопробіг буде, і виставки. Да, для самое первое, то, что этап идет в встрече, это будет выставка ретро-автомобилей на Соборной. То есть все наши машинки, кто приезжает, кто имеет к этому желание выстраиваться, люди могут посмотреть, пофотографироваться, дети могут сесть за руль, побибикать и покрутить руль. То есть это очень захватывающе такое для детей. Очень у многих горожан нашего города есть фотографии с нашими машинами. Далее, ну, это длится где-то час-полтора. Иногда мы проводим некоторые конкурсы для наших участников, чтобы им тоже не было скучно. Это в основном такая символика клуба, разыгрываются чашки, брелочки, флаги, футболки. Очень много у наших волговодов есть клубная символика, это наклейки на автомобилях. Если вы видите «Волгу» с черной наклейкой сзади «Волговода Николаев», это наша. Хотела бы дізнатися, если будет розыгрыш этой символики, то какие будут, возможно, конкурсы? Это еще пока остается в секрете. Ага. То есть, да, в том году мы раскрыли все карты, и было не так интересно. Сейчас все желающие могут прийти на встречу и узнать, что это конкретно будет. Также будет фотограф снимать наши машины и всех желающих горожан города, потом фотографии публикуются в социальных сетях. Автопробег по городу, то есть мы едем по центральным улицам города колонной, показывая свои машинки, естественно, ничего не нарушая. Иногда многие автомобилисты не понимают, что это такое. Наш город не привык к этому. И поэтому хочется внести что-то такое свое, что-то вот интересное в этом городе. А ось приєднатися до вашого автопробігу можуть тільки учасники клубу, чи абсолютно всі люди, у яких є Волга? Всі люди, у которых есть Волга, и даже просто автомобилисты, которые к нам приезжают. Было же такое, что кто-то не на Волгах приезжал, кто-то не на своих машинах, и просто люди едут сзади колонны. То есть сначала едут Волги, и далее едут уже остальные машины, чтобы не разбивать. Але відчувають себе дійсно учасниками автопробігу. Да, да. Хотілося б дізнатися від вас також слова заохочення для наших телеглядачів, чому саме 8 квітня вони мають завітати. І ось ми бачимо, у вас є символіка Волги, да, легендарної машини, і ми знаємо, що вона незвичайна, у неї є своя історія. У каждой машины есть своя история. Однажды мы забрали 21-ю Волгу у одного мужчины, он же такой в возрасте. Она просто у него стояла, не совсем целая, в более разобранном состоянии. Сейчас она стоит у нас в гараже, и мы стараемся понемногу приводить ее в порядок. И олень – это такой культовый просто знак всех Волг, всех. Всегда узнается Волга по оленю, особенно 21-я. Также это клубный наш знак, как и у многих клубов. И каждый, наверное, человек хочет себе что-то такое от оленя. А ось у нас навіть є машинки, які також презентують таку модель, як Волга. І ось перед ефіром у нас була розмова про те, що у деяких є відкриті дверцята, у деяких ні. В чому різниця? А зеленая 24-я Волга, которую мы видим, это производство СССР. Это немного другое качество. Вот мы видим еще также Победу, ГАЗ-21 и ГАЗ-22. Угу. Это уже современная обработка журнала Диагостини. Они идут уже сплошные пластик. А 24, которая зеленая Волга, она идет металлическая полностью. Хотелось бы дізнатися. Ось я дивлюся, и мне уже хочется сделать би-би. У вас есть такое желание? Граетесь машинками? Да. Так, также мы устраивали большое ралли среди своих, ездили в Зайчевское, это была осень, для тех, кто хочет поездить по бездорожью, кто себя попробовать, и там наши волговоды смогли ощутить это би-би по полной. Ну что ж, надаем вам слово для того, чтобы запросить наших телеглядачів на ваш съезд волговодів. Я думаю, что враження будут найяскравіші, але слово вам. Уважаемые гости и жители города, мы приглашаем вас 8 апреля на Соборную площадь на открытую выставку ретро-автомобилей. Приглашаем всех ценителей, любителей. Может, у кого-то есть машина. Тоже всех милости просим и ждем. Ще ж, дорогі наші телеглядачі, до нашої студії сьогодні завітала Вікторія Безродна, організатор автопробігу «Волгознавців».